друзья, наконец-то сегодня прибыли у нас наши декорационные ткани. Это специальные принты, на которых изображены плакаты Владимира Владимировича Маяковского. Эти плакаты должны у нас украсить нашу сценическую площадку. Буквально за сутки до премьеры работа над оформлением спектакля еще не заканчивается. Готовятся декорации, портной отшивает последние костюмы. На сцене театрального центра «Жаворонки» спектакль по пьесе Маяковского «Клоп». Режиссер-постановщик Ольга Капецкая рассказывает, что для нее стало толчком для своего прочтения пьесы. Строчки из письма поэта первому постановщику Мейерхольду, а точнее просьба найти артиста, физически похожего на самого Маяковского. Маяковский объясняет, а потому что я про себя рассказываю. То есть Маяковский решил, что это он главный герой. Он сам себя высмеивает, потому что в юности он был занят внешней оболочкой своего образа. 100 лет назад пьеса воспринималась как сатира над людьми, которые живут не великими идеями страны, а своими мелкими интересами. Теперь постановщик видит историю про героя, который пытается привлечь внимание эпатажем и внешним лоском. Профессор, снимите очки велосипед. Я сам расскажу вам о времени и о себе. Актуальная история, интересные сценические решения и, конечно же, точная игра артистов. Новая постановка претендует стать культурным событием Одинцовского округа. Тимур Гайсин, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова».